Для австралийской спортсменки Шаны Ан Казимира начинается новая глава в карьере. Она была звездой хоккея на траве. Потом стала обучать детей, а теперь сама приехала в город Кэтрин, чтобы повысить квалификацию. Для меня важно не просто играть на поле, но и работать за кулисами, тренировать детей, помогать им делать карьеру. В Кэтрине начинается подготовка тренеров высшей категории из числа коренных народов. На обучение приехали 12 человек. Их будут обучать лучшие австралийские олимпийцы. Один из них – бывший спринтер Патрик Джонсон. В 2003 году он пробежал 100 метров за 9,93 секунды. Это рекорд Австралии, и он пока не побит. Программа прежде всего касается наставничества, но это также меняет систему, что поможет открыть путь для тренеров-аборигенов. В Австралии есть спортсмены из коренных народов, но представители олимпийского движения считают, что их должно быть намного больше. Олимпийские игры существуют для всех, поэтому надо создавать соответствующее культурное пространство и повышать осведомленность. Это тоже часть нашей задачи. Если появится больше элитных тренеров-аборигенов, это поможет заинтересовать больше коренных жителей разными видами спорта. Хоккеистов-аборигенов не очень много, а теперь мы сможем привлечь больше людей к занятиям спортом. Обучение продлится 1,5 года. Новая программа действует во всей Австралии.